Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Инна Стейшн, и в этом видео мы уже с вами оказались в Варшаве, и сегодня я с вами проведу один день в этом замечательном городе. Вчера я сюда приехала из Бреста, но вчера я сюда приехала поздно вечером, и особо снимать было нечего, но сегодня мы с вами целый день будем гулять, так как мой поезд следующий в Свиноустье только в 10 вечера. Сегодня я ночевала в офигенной просто комнате, у меня здесь есть огромная кровать, вот это вот окно, но есть минус. Эта квартира находится на первом этаже, и когда я, например, что-то снимаю или фотографируюсь, то все люди, абсолютно все, даже сейчас смотрят в это окно и палят. И у них такое лицо, типа, что она делает? Я ничего такого странного не делаю, я не понимаю, почему они так удивляются, но мне кажется, им просто забавно видеть, как я что-то снимаю, вот. Но сегодня, к сожалению, я уже ночевать здесь не буду, я буду ночевать уже в Свиноустье, так что давайте быстрее начинать влог. Если вам понравится это видео, не забудьте поставить мне пальчик вверх, подписаться на мой канал, а мы погнали. Чтобы попасть в подъезд, нужно приложить какую-то специальную карточку, а чтобы выйти из него, вообще ничего не нужно. Интересные соборы и церкви. Они все выполнены как обычные здания. Некоторые церкви напоминают даже какие-то просто школы. То есть самые-самые обычные здания. Давайте сейчас с вами заглянем внутрь этого собора. И вот мы уже подходим к старому городу. Смотрите, какая туча. Надеюсь, дождик не пойдет. Боже мой, такой атмосферный город. Мне здесь так нравится. Смотрите, почта. Спасибо.
большой плюс, что здесь вы можете развивать свой английский, потому что, например, здесь русский никто не понимает, и я спокойно разговариваю на английском, заказываю все на английском, ищу все на английском. Так я вчера нашла камеру хранения, и это было очень классно. English – the best language. Посмотрите, какие они большие. Класс. Смотрите, сюда можно залазить и сидеть здесь. У-ху, класс. Можно сидеть, чилить, смотреть на людей. Посмотрите, какие здесь толстые-толстые кирпичные стены. А там окошко. Там сувенирные лавки, в которых я только что вместе со своими родственниками покупала сувениры. Смотрите, здесь есть специальные баки для бумаги, био и металла, всякие бутылочки. Баночки. Здесь, как обычно, стоит очень много самокатов на прокат, а вот здесь памятник русалки. И по легенде, пока русалка здесь стоит, с городом ничего не может случиться. Смотрите, какая забавная вывеска. Ух ты! Смотрите. Это какой-то ресторан. Да, ресторан и бар. Посмотрите, там Винни-Пух сидит. Вон он. Класс. Смотрите, какие пончики тут продают, как их много. Смотрите, это мелодия Деспасито. На скрипке. Зернышек. Еще и удивился, даже еще где картошка. И это нам пошло бесплатно. Прошлись мы сейчас по этому парку. И сейчас идем в сторону вокзала, в торговый центр, потому что нам уже скоро нужно забирать багаж с камер хранения, так как мы отдали их на сутки, а уже сейчас уже через час пройдет больше, чем сутки. Он едет. Это означает, что наша пицца готова. Он едет. Творческий лимонный тарт. И тирамису. Пицца в виде кролика. Так, смотрите, здесь у меня уже есть пробники от помад. Да, я заходила в магазин один на вокзале. И это я взяла себе покушать в поезд, так как мы едем недолго. Мы уже завтра будем в Свиноустье. Я взяла себе водичку и вот такой вот круассан со вкусом Орео. Я еще такой не пробовала. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такой.